Привет, с вами Лига Мюзик Варс. Дрожь земли, последний день, самое веселое время, две последних, битвы с большой охотой. Сейчас у меня 2600 место, я думаю, что я очень хорошо, наверное, выбьюсь, так как накопил 300 я мутагена, еще 30 у меня этих. В общем, сейчас начнется полное веселье, осталось буквально там несколько минуточек, две. И там мы пойдем, сейчас очков у нас 1 400 000, и там посмотрим. Так, в общем, за все время я накопил пока 6 и 18. Посмотрим, что еще будет. Ладно, все. Давайте к средней части, там, после первой битвы. Посмотрим, сколько набили, чего, сколько потратили. В общем, начинаем. Через 5 минут. Ну что ж у нас, вот часик у нас прошел. Первая большая охота у нас закончилась. Время 21:02, и мы веселимся, отдыхаем, короче. Получается, у нас сейчас 167 место, ребята. 20 миллионов у нас, вот так. Но думаю, что я удержусь на этих местах для награды. Прям хочу удержаться. Думаю, что 4000 я схвачу. Вот так там. И не будем сильно загадывать то, что у нас произойдет. Будет ли у нас что-нибудь еще веселое. А так, ребята, ждем еще один часик. И после него, соответственно, еще откроем сундучки. Поехали к следующей волне. 2 часа спустя. Последний час у нас закончился. Все, ребята, полночь. И мы подводим итоги. Итак, я занял, ребята, 90 места. Набил колоссальное количество просто. Вот смотрите, 289 вождей. Внизу циферки я вам для сравнения оставлю, с какого места я попал и на какое я пришел. Сейчас у нас это заслуженная награда. Наш тут сейфик. За все время получилось вот так. В общем, набил я 209 лицензия, набрал 9 ключей, этих 21. Не сильно плохо, еще успел купить 37 энергетиков. Будем смотреть, может, задание еще на звезды появится, сейчас глянем. А хотел я подвести небольшие итоги, ребята, по уровню, получается, набивания очков по лигам. Сейчас вы видите, на экране, давайте я вам покажу, здесь, получается, каждой лиги соответствует, то есть 250 место. Столько примерно очков надо набить, чтобы попасть в 250 мест. Как вы смотрите, да, по разнице. И видно, да, на каких лигах можно сидеть, соответственно, а на каких, лучше не суваться. Поэтому разница между, допустим, лигой алмазной и деревянной просто колоссальная. То есть там, это так, для сравнения. А сейчас мы здесь не для этого. Сейчас вообще я хотел подкрывать сундуки, но сначала хотел посмотреть задание. Через 5 минут. Не надо, не хочу. Не буду. Ладно, давайте посмотрим, может, мне все-таки звезды выпадут какие-нибудь, что-нибудь, может, торников. Давай посмотрим, что у нас по торнам, по колесу. Так, 8200 у нас. 8200. Все остальное меня не интересует. Можно ринги посмотреть еще. Там 4 ринга, короче. Тоже фигня. Интересно. Так, средняя 85. О, 500-ник, это хорошо. 250. Короче, средняя получается на сундуке я засекал. Это очень хорошо, если вам 250 выпадает. Если меньше, как 80, это вообще фуфло. Это такое фуфло. Ринка вижу там. 235. 235, хорошо. У меня, конечно, не столько ключей, сколько тут донаты наши набивают. 280 вождей тоже надо завалить все-таки. 75. Еще ринка. 65.
не потратить бы по нечаянности, а то сейчас ткнуло там открытие за рубины. Все, все хорошо. Фигня, короче, вообще полное число. 3 ринга, 130. Лучше выдарить что-нибудь типа 1000 торнов, там, 160. Здесь, кстати, 160, вот 200, здесь самые фиговые. Здесь самое лучшее, там, 1500, 2000. 900. 900 это уже прям солидненько. Да. Ну все, не везет, короче. Эх, ну не повезло. Ну ладно. 280, что там у нас по колесу? 12 тысяч, ну 4,5 еще сверху, короче, нафигачило. Ну мало, вообще отвратительно мало золотого, ну должно было хотя бы один раз, ну выпасть там 1500, 2000, ну это мне ему, короче, не везет, это ладно. Ну вот примерно вот такое вот видео, ребята, получилось. А как вы играете в Дороже Смерти и какое вы место заняли, делитесь в комментариях, будем смотреть. Посмотрим, сколько меня смотрит донатов. Счастливо, ребят, счастливо.